Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем проходить Призрак Цусимы. Че, пойдемте в башню? Че нас там ждет, интересно? Первью, а? Где он? Где господин Симура? Сукер таксо пахиму, цыныги! Окей. Давай. А, блин, какого хрена, здоровяк, блин. Ты чё, охренел? Скотина, бля. Я не могу эту атаку сбивать. А ты, может, прекратишь, а? Вот козел. Так, что там? Кто-то разговаривал, я слышу. А где? Алло, где? Кто? Никого нет. А никого нету. Где дверь? Дверь, наверное, какая-то тут есть. Что-нибудь видишь? Я не вижу ничего. Ни двери, нифига. Или что, выходить обратно? Так, все закрыто. Двери-то закрыты. И те, и эти. Ни черт. А, блин, вот лестница же. Чё ты крадёшься-то? Всё, что ли? Вы освоили тяжёлое тихое убийство через всё здесь. Еще есть. А теперь спрыгнуть надо будет вниз, да? Или сюда? Или еще выше? Сейчас найдем. Разберемся сейчас. Да вставай ты, ё-моё, что ты? Так, что это такое? Кожа. Вот двери же. Открывай! Не хочет. Почему? Какие лестницы неприметные вообще. Прям вот совсем неприметные. Стойка воды поможет в бою с щитоносцами. Удерживайте R2 и нажмите, чтобы перейти. Так, R2 и нажмите. Ага.
Что там? Я не понял, почему у меня другая стойка-то была? Я думал, она у меня и есть, блин. Думаю, что такое? Почему я этих щитоносцев не пробиваю? А ну вон она, просто что. Стойка воды, ну. Так она же у меня и была выбрана, нет? Я же ее выбрал еще тогда. Покажись, трус! Дядя, я иду! Сын, поспеши! Ух, самурай, нахо! Сам! Ты чё, блин? Куркайся! На! На! А, блин! Собака. А где этот-то? Дядя! Я знал, что ты придешь. Твой отец был бы горд. Моя жизнь — служение, господин. Пора уходить. Не сейчас. Хотун-хан идет на север, чтобы взять Тойотому. Здесь он оставил стражу. Но им не одолеть двух самураев. Я привел воинов. Мы вернем замок. О нашей победе сложат песни. Себя, господин Сакай. Я с вами, дядя. Ты что такое смелый? На! В одного угля бью другого. Пока его бил, этот уже ощутился. Сюда лучники. На, падла. С огнем, С огнем не играю, не игрушки. Ты чё, дядя, не можешь добить этого лошка? Давай я тебе помогу. Сенсей, госпожа Масако, вы живы? Ваш племянник постарался. Он уверял, что вас можно спасти. Я не верил. Но он доказал, что я был неправ. Не в последний раз, сенсей. Рад вас видеть. Мы потеряли многих друзей. И родных. Господин Адати погиб с честью, госпожа Масако. Мы отомстим за него и за всех павших воинов Цусимы. Еще идут! Мы будем сражаться вместе. За павших воинов Цусимы! Естественно, будем сражаться вместе. Госпожа Масако, уйди! Тихо, я с тобой не закончил! На! Отстань ты от меня, урод! Вот что это такое?
Где? Кто? Хорошо! Так, где кто? А ну отстань от этого. Я как его там зовут? Ненавижу лучников, блядь. Ну-ка, я тебе сейчас прицелюсь. Давай, я тебе помогу! А, все, стоп. Сверли аккорды! Да че вы его, блин, четвером убить не можете? Все за вас надо делать. Вы хорошо бились. Все вы. Получилось. Мы взяли замок. Вы привели нас к победе, господин. С твоей помощью, Цин. Вместе мы сломим дух монголов и поставим Хотунхана на колени. Мы одержим победу, как самураи. День самурая. А я еще очки не потратил. Не знаю, на что тратить. Два дня спустя далеко на севере. У тебя славный дом. Не хочешь пригласить меня? Твои люди устали, голодны, мерзнут. Впусти меня и спаси их. Обещал накормить моих бойцов. Заслужи. Пустите их! Откройте! Откройте! Открывайте! Вот он, шакал, блин. Вообще козел, трюдзо, блин. Тебя ищет дядя. Хан захватил его замок, да? Напрасно я доверился Рюдзо. Он всех нас провел. Я думал, ты уедешь. Я тоже. Поговорим с дядей. Тебе положена награда. Господин Симура в главной крепости. Пошли. В главную крепость. Все еще хочешь покинуть Цусиму? Здесь мне делать нечего. Мне нужна твоя помощь в грядущих боях. У тебя есть дядя, Дзин.
Я тебе ни к чему. Мне нужны верные союзники. Пролитые сахарные собрали. Точно. Погоди-ка. Ты кто? Зверолов. А чё Зверолов? Надеюсь, мой товар вам пригодится. Лечение боезапаса скорострельного оружия. Боезапасы, ресурсы, блин. Полотно. А, это покупать можно. Продать. Чё я тебе могу продать? Железо, сейчас подожди. Прощай. Не прощай. Стрела, бомба с черным порохом. Простите, но шкуры этого хищника, мало. Блин, 20. Понятно. Ладно. До ты кто? Встречи, ты просто торговец. Кузнец есть, который бы мне меч мой улучшил. Не вижу что-то. Зато припасы вижу. Отойди. Отойди, дай пройти. Короче, тут еще хищников надо убивать, блин. Чтобы себе прокачать. Волчан, да и все проще. А че, кузнеца нету, что ли? Серьезно, блин? Только зверолов, торговец. А вот же он. Блять, вокруг все бежал. Он будет сверкать ярче солнца. Катана Сакая. В смысле купить, блядь? Улучшение. Прошу прощения, но этого не хватит для работы, господин. Подожди, какая у меня сейчас катана-то выбрана? Снаряжение. Катана Сакая. Прокачивай ее. Острее не бывает. Все, что ли, железо 12 надо? Хорошо. Ну все, ладно, пойдем. Пусть этот меч принесет вам удачу. Спасибо. Железо, да, нам 12. Удачи тебе с дядей. А чё сразу-то не открывается? Зин. Здравствуй. Мы победим хана и подлеца Рюдзо. Выставим головы перед моим замком. Но мне нужна твоя помощь. Приказывайте. Я слышал о твоих деяниях, пока был в плену. Ты поступал жестоко. Безрассудно. Бесчестно. Так было надо. Ради вас. Знаю, Дин. И я у тебя в вечном долгу. Но ты должен оставить этот путь. На нас полагается весь народ Цусимы. Мы должны спасти наш остров. Как самураи. А как же Юна? Она спасла меня, помогла вам. Взамен она хочет лишь попасть на большую землю. Сейчас на море монголы. Она уплывет, когда вернем мой замок. Спасибо, дядя. Выезжаем через час. Слушаюсь, господин. Узнаю, как там остальные. Ну хорошо, вот в смысле он, блин, типа больше не надо так делать. А зачем тогда стелс в игре придумал? Как бы хочешь так, хочешь эдак. Или я что, должен заходить и со всеми в открытую махаться?
Может, я по стелсу хочу. Ну, как-то это... неправильно, что ли? Сагай, ты хорошо сражался вчера. Ваш лук мне в этом очень помог. Есть вести о вероломной ученице? Люди говорят, монголам в Акасиме помогает японская лучница. Видимо, Тамоэ. У моря есть лагерь выживших. Думаю, пойти разузнать у них. Дождитесь меня там, сенсей. Я помогу. По желанию поговорить с соратниками. А где остальные соратники? Дин! А ёб, дай поговорить с тобой. Госпожа Масако, вам удалось выследить убийц? Я узнала несколько имен. Эти люди должны быть в Тойотаме. Я помогу вам их Тойотами? Найти. Но когда придет время вернуть замок господина Симуры, могу ли я рассчитывать на вас? Да, я приду. И вместе мы сокрушим наших врагов. Тойотами. Так, окей. Где еще мои... Господин Сакай! А, привет. Укрепление строится? Медленно. Но с кузницей дело пойдет быстрее. Хм. Молодцы, вы оба. Рад помочь, господин Сакай. Молодцы, ребята, строите. Есть еще кто? Ну, с Юной мы говорили же уже. Вроде все, да. Так, короче, у нас еще допки эти висят. Допочки-допки. Замок Кенеда. Во время планеты знаете, быстро перемещение невозможно. Я тебя понял. Здесь что? Освободите Додзё Огава. Так, это не ладно. Сжечь стоянку лесорубов. Уничтожьте лагерь лесорубов. Бухта Адзама. Кузня Камадо. Подожди, а как ихнее это задание выполнить? В дневнике, что ли? Новый горизонт, активная история. Предводитель. 2 из 9 выполнено, да? Незаконченное дело. Мне удалось освободить Таку из бухты одна, но еще много людей стоит в плену. Я не уступлю, пока их всех не вызвали. Слуга народа. Это селение сильно пострадало. Нужно убедиться, что с жителями все в порядке. Начало недавнее назад. Показать на карте. Сенсей и ученик. Подготовьте коня к выезду. Блядь, убрать метку. А чё я не могу это задание выбрать? Странно как-то. Ладно, пойдем коня подготовим. Может, это сейчас недоступно, а потом станет доступно. Зачем они мне тогда об этом говорят? Где конь? Вот и Юма. Что сказал твой дядя? Нормально все. Только, говорит, не делай больше. Господин Симура поможет тебе покинуть остров. Но сперва помоги вернуть его замок. Это уже не моя война. Это война всех и каждого. Послужи господину Симуре, и он наградит тебя. Обещаю. Пора, господин Сакай. Вот она, суть самураев. Выжимать из людей все, что можно. Куда едем-то? Дождитесь, где ворот. Гра, ворота открыли. Едем в Тойотаму, господин Сакай. А почему мы туда едем? Можно мне... Моста нет, но монголы не знают о старой лесной тропе. Сюда. Дядя. Простите, что не пришел раньше. Тебе не за что извиняться, Дзин.
Я видел, что творят монголы. Боюсь представить, что вам пришлось вынести. Ну, какому-то жирному монголу не под силу сломить мой дух. Он знает наш язык, сохранил вам жизнь. Чего он добивается? Он хочет, чтобы я помог ему завоевать большую землю. Посулил богатство, власть, женщину. Думал, вы готовы предать свой народ? Уже за это оскорбление я убью его. Расскажи о женщине, что спасла тебя. Юна храбрая, верная и умеет сражаться. Исикава говорит, она воровка. Она из простых людей, но у нее доброе сердце. Друзей выбирают с осторожностью. Рюдзо ты тоже считал другом. Грядет тяжелая борьба. Мне важно знать, что я могу доверять своим людям. Я в вашем распоряжении. Как и Юна. Когда-то на этом острове царил хаос. Порядок сюда принесли самураи. Они объединили Цусиму. Люди должны видеть, что самураи и ныне готовы сражаться за эти земли. Пора тебе вернуться домой и надеть доспехи клана Сакай. После смерти отца их никто не трогал. Не бойся прошлого, Дзин. Давайте мне доспехи. Они лучше, чем эти, или... Или как? Если хуже, не буду одевать. По каких тряпках ходить, которые тебе прошибать будут. Все, кому не лень. Чуешь запах? Горит дерево. И трупы. На юге они разоряли деревни. Но такого еще не было. Это хан мстит за мой побег. Надо спасать крестьян и поля. Иначе остров не переживет зиму. Я этим займусь. А че, он узнал, что ты убежал? Что они наделали? Сожгли все. Впереди монголы! Атакуем! Че орешь так, блин? А, блядь, как его сбить надо было, а? На, блядь. Выкуси, мразь. Тебе тоже. Таша, Таша! Наташа, Наташа! А вот такого ты не видел? Лучников надо загасить. Наташа! Наташа! Давай, блин! Со спины наваливаешься, тварь! Ой, как камня поможет в бою с мечниками. Постоянно стойки менять надо. Где лучник? Наташа, все. Монголы. Яви, в замке Канеды. Волки хана. Он отправил их разорять север. Где лошадь-то моя? Короче, тут постоянно стойку надо менять. Интересно. Хотя не обязательно, монголы, но... Монголы захватили маяк. Зажжем пламя. Пусть хан знает, что мы идем. И дадим людям надежду. Да, на каждом маяке мы должны зажечь огонь. Ну что, вдвоем, блядь, пойдем? Ушел! Затопчи ты его уже там. Ай, блядь. Бесишь! Наташа! На, блядь! Наташа! Я за неё! Сука, собаки ещё бегают. Вот шкура. Хоть шкуру можно пособирать.
Да блин, как я попал под этот удар? Иди сюда, шавка! Почему с тебя шкура не упала? Дядя, ты что там, блин, себе будешь? Добей его. О, еще идут. Пусть сюда выходят, там лучники и войнички. Дядя, блин, иди сюда. Бомбами кидаются, прикинь. Зачем ты туда, блин, зашел? Не выходишь. А, бля. О, правильно, сюда иди. Нормально, нахер. Задолбал ты швыряться, слышишь? Ты убьешь его или нет? Ты все стрешь или нет? А вот так надо бить! Они зовут подмогу! Остановись! Где, блин? Я не могу их остановить! Саша! Саша! Останови их, говорит, я не успеваю добежать. На, бля. Щебучу сейчас тебя. Стрелы забрал. Я мечник-каратист, ё. Чё, блин? Подожди. Ладно. Как тебе такое? Кандербай, блин. Давай, мочи его, дядя. А, поддай ему там пинка. Дай. Ты не вмешиваешься, пока я дерусь. Погнали. Так, стрелу взял, хорошо. Зигзигипец! Кто Сашу зовут, то Наташу. Куда ты полез, блядь? Где? Алло. Стоять, блядь. Куда залез? Теперь Паша говорит. Паша! Лучше слезть. Неадекват какой-то. Ну залез ко мне там. А Макомардили, блядь. На! И в лицо прямо. Тебе на! О! Хорошо пошло. Дядя, ты что там? Жив? Давай, главный бой меча. Будет им уроком. Уф. Подкрепление. Попробует окружить. Мы их встретим. А в смысле подкрепления? Сколько можно-то, блин? Подкреплений ваших. Дойдите с господином до главных ворот. Ты чё? Юна! Почему она здесь? За мной телега. В ней монгольская взрывчатка. Используем против них. Доставай лук. Вот она,
На, бля. Убьем их! Конечно, бля. На, блин! Подожди, мне штуку надо поменять, Против мечников, тихо. На! О! Ты решила присоединиться? Я хочу покинуть остров. Вместе с Такой. Мы не закончили. Нам нужен маяк. Мы снова зажжем там огонь. Пусть знают, что наша победа в замке Канеда лишь начало. Пусть Хан знает, что мы идем. Пусть. Отправляйтесь к маяку. Пошли. Где ваши лошади-то, черт вас возьми? Я не могу его позвать. А, ну короче, нам тут недалеко. Я рад, потому что ты пришла. Ты очень ловко отвлекла монголов. Что ж, рада служить, господа. В грядущих боях нам нужны такие воины, как ты. Найти таких может быть сложно. У вас ведь столько условий. Перевод какой-то дурацкий. У вас ведь столько условий. Как к маяку-то пройти? Почему не могу вышибить эти ворота? Объясните мне. Пожалуйста, мне. Я тут не залезу, Нормально. Говори, что хочешь сказать, и оставь нас. Мы идем на маяк. В Ярикаве много воинов, если город выстоял. Я подавил в Ярикаве мятеж. Люди там меня не любят. Знаю. Я там выросла. Там ты научилась красть. Юна вас уважает, господин Симура. И приведет Ярикаву под ваше знамя. Хорошо. Если поможешь собрать эту армию, я посажу тебя на первый же корабль. Меня и брата. Жди в старой Ярикаве. Спасибо, Дзин. Старый Ярикаве. Я хотел пейзажи посмотреть. Чё, птички как-то по кругу летают. Как-то прикольно, прям волны такие. У нас как настоящее море. Море-океан. Ты можешь залезть, блин, туда, ну вот с этой стороны. Или чё, с этой надо залазить? Я не прав, ну что, ну да. Ну ладно, пардон. Сам дурак. Пора передать послание. Передавай. Надеюсь, хан это видит. Увидит. Мы вернем ваш замок, дядя. И сокрушим монголов. Как подобает самураям. Вернись домой, забери доспехи отца. Приведи крестьян Ярикавы. А я попрошу у сёгуна подкрепление. Как вы доставите послание? У меня тоже есть сомнительные связи. Один пират, Горо, из бухты Умуги, мой должник. Если он жив, я найду его. Приведи его в охотничий лагерь. Мы скоро встретимся. Но в пути будь осторожен. Я не могу потерять тебя. Окей. Господин, мы освободили пленника. Монаха-воина. Он хочет поговорить. Вот как? Я к нему приду. Где он?
А где он? Я этого самурая. В таких доспехах ему не победить. И что ему делать? Слышал? В таких доспехах ему не победить. Оп, стоять. Собираем все. Господин, я благодарю вас и ваших спутников. Где ты служишь? В храме Кедра. Узнав о Комоде, наши монахи отправились на юг сражаться с монголами. Но путь оборвался здесь. Мне жаль. Что случилось? Мы попали в засаду, а потом в плен. Нас бросили в темную яму. Без еды. Ничего не видно, не разглядишь ладонь перед носом. Первым забрали Дзёгана. Мы слышали, как он борется и кричит. Потом крики сменились воем. И запахло гарью. Мы не хотели покориться. Нас было трое, когда увели моего брата, Энзю. Энзю? Хранителя? Жаль, что он погиб. Великий был воин. И прекрасный брат. Как твое имя? Норио, господин. Следуйте за Норио. Ладно, проследуем, дорогие друзья, но уже в следующий раз. На этом сегодня остановимся. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Удачи.